У меня одна четкая мысль вырисовывается в голове, что мне нечего делать на этой планете. Фу, так, все, я этого не говорю, друзья мои. В общем-то, не забывайте, что сейчас я вышел не на прогулку по своему поселку, около своей исследовательской станции, это Москва. А Москва действует на меня особо раздражающе. И чем она благополучней, тем я... У меня мое раздражение доходит до чувства паники. Абсолютной паники. Счастливые люди. Новый асфальт. Новые машины. Что происходит? А то, что происходит, это как бы ничего. Вот тут увидели только что, я прошу человека. Можно было бы его проинтервьюировать. Сидит явно человек трезвый.